А мы продолжаем мучить грид-мод. Каин, давайте попробуем за него. Оу, вот это выбор. Вот это выбор. Я думаю, что вот это. Бить по нескольким целям одновременно мне сейчас будет полезнее, чем замораживать их. Ну, ё-моё. Вау! Блин, я даже не заметил этих чертовых мух. Ай-яй-яй. Сейчас кто-то отъедет. Блин, я не могу по ним попасть. Из-за этой чертовой скорости атаки я не могу попасть по ним. Точнее, из-за скорости полета прожектайла. Потому что пока он долетает, я уже, блин, бороду отпускаю себе. Не, если бы я Макмиллана встретил, я бы его не бил ни руками, ни ногами. Не, я бы заставил его играть в грид-мод. Я жестокий ублюдок, да. Я просто хочу, чтобы он узнал. Я бы заставил его набить 900 монет в грид-моде. Чтобы он понял, насколько это нахрен уныло. Ауч! Да блин. Блин, пожалуйста, сделайте пина чуть пожирнее, а то мне это смешно становится, когда я вижу такого пина. Ладно, он с одной бомбой умирал в первой игре, ну там он хотя бы... Там его надо было еще на эту бомбу поймать. Чтоб я еще раз взял мертвый лук. Да пошел он. Что за рейнджа такая, блин? Почему? Когда, блин, кстати, Дедони он стал так резать рейндж? Подождите, он же не резал никогда. 0.25. Он его повышает. О да. Я верю. Поэтому я стреляю как с хреновым number one. Только number one хороший артефакт, а это говна кусок. Это, конечно, может быть и неплохо. Потому что позволяет стрелять сквозь мобов. Но, блин, если бы у него хотя бы дальность не порезалась. Может быть, на Каине так отображается. Ну, в смысле, так оно получилось. О, твою мать. Два Регмана. Все, ребята, финиш. Можно рестартить игру. Я, конечно, попытаюсь сейчас их около минутки побить. Хотя нет. Просто пошел ты, Макмиллан. Просто пошел ты, я не буду их бить. Это почти что невозможно. На это надо потратить, наверное, минут 10. Я не хочу этим заниматься. Серьезно, вообще не хочу этим заниматься. Сложные выборы. Просто жесть какая.
О! Голова Гака. Это не дурно. Просто это такая жесть двух регманов здесь бить. Их невозможно бить. Потому что они хилятся, они спамят кучу дерьма, а у тебя нет атаки. Даже с проникающими выстрелами можно просто смело рестартить, и вы будете правы. Нет, я не ломал гитмод, мне лень. Мне лень этим заниматься. Смысл? Ради того, чтобы что? Чтобы артефакты пощупать? Мне неинтересно. Мне давно не было интересно ломать игру, вот, со времен первой части. Там это было даже нужно, здесь это, как бы, ну, даст тебе просто сверх преимущество. Чтобы паровым катком по игре пройтись. На это неинтересно. Совершенно. Совершенно неинтересно. Да, папкина нога полезная. Собрал наркомана на первом уровне? Бывает. Ага, выкуси, ублюдок. Ну. Ау. Блин. Чуть не попал. О да. Супербосс, пощади меня. Вот этот бро и то мощнее. Хотя, как бы, встречается на первом уровне в том числе. Ну, в смысле, на первом, где доступна сделка. А, привет, Фикус. Нет, сегодня тут нет Fallout'а. Fallout будет завтра, но вы его не увидите. Потому что я буду играть в него один. Му-ха-ха. Ну, на самом деле, я просто буду на выходном, как бы... Мне будет нехрен делать, я буду играть в Fallout. Заодно посмотрю, что за кекс. Но, судя по всему, он всех уже задолбал. Порядком. Damage up? Ну что ж. Блин, мне так нравится. Заходишь просто. Ха, это мне взять, это тоже взять, и это возьму, и вот это возьму. Готово. Следующий. Смотрите. Придурок добавил этот артефакт, а? Этот тринкет. Он мне сейчас очень помогает, он в целом очень... Ау, помогает. Блин, как можно дать людям столько халявных бомб? Такого никогда не было в первой части. Там, если ты что-то получал относительно бесплатно, то тебя за это бесплатно игра так потом... Ну, скажем так, карала.
BFF на папкину ногу? Нет. По-моему, не работает. Хотя я не тестил. Может быть и пашет, кто его знает. Evil Range Shot Speed Up, да. Эй, пипка! Эй, пипка! Блин, почему он супербосс? Он же в большой комнате. Эх, странное понимание о супербоссах у этой игры. Ох, странное. Попробую поиграть в Айзека без Воттл. А, это предложение было адресовано мне? Если да, то очень странно. Потому что я в него именно с тех времен и играю. Но без Воттл там скучно, кстати. Там ничего нет. Еще как задолбал. Ну, ясно, что... Ну, понимает, надо понимать, Хикус, что Fallout это Fallout. Люди его ждали годами. И он вышел. Естественно, сейчас все просто замахают тебя и всех остальных этим Fallout'ом. Давал бы шанс несработки. Ты про тринкет Лаврикова? Да. В том-то и дело, что он стопроцентный. 100% того, что бомбы окажутся вам дружелюбными. Особенно это охренительно работает, знаете, на ком? На этом, Dark Horn'е. Или, ну, Dark Loki, короче, я не помню, как его зовут. А, нет, Little Horn, прошу прощения. Который спамит бомбами, это все, что он делает. И если у вас есть достаточное количество времени и терпения, вы можете просто ничего не делать, уклоняться от его бомб и, собственно, собирать их, пока вам... Пока они просто из ушей у вас не попрут. Еще много бомб на земле оставить. Надо слать вашей матушке. Какой-нибудь Урюпинск. Только не посылайте почты России. Да, если у вас нет, конечно, вот этой вот... ноги. Но, чувак. Вау, игра! Смотрите, я фармлю бомбы! Да, с войной действительно лучше работает. Это просто же ж... Это же ж надо! Так сделать было. Ну кто это придумал? Опять читаешь? Нет, я абсолютно пользуюсь тем, что мне дает игра. Ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Смотришь, что он целый лучик. Да-да-да. Смотрите! На ком такое? А, да, вот те взрываются. Но только они. О, нет, ко мне летит тролль-бомба. Потрясно, не правда ли? Где-то здесь надо сказать «Да!» Ох уж эта игра. Ох уж эта игра.
Макмиллан как бы извиняется. Макмиллан как бы мог не косячить. Это было бы лучшим извинением. Макмиллан как бы не играл в свою игру. О, кстати, он играл с Даниэль. И он такой рачило. Он так, они так паршиво играют все. Ну, может, я, конечно, и не прав в этой игре, да, но, блин, этот чувак вообще хреново играет. Не, как бы и не обязано, наверное. Он все-таки разработчик, а не главный плейтестер. Коим ему неплохо было бы стать. Но все-таки играть в свою игру надо как-то хотя бы по-человечески уметь. Макмиллану не косячить. Ну и утро я туплю. Что-то. Все нормально. Я скоро перестану нести бред. Да, а теперь представьте, чтобы у меня не было... Что у меня не было бы папиной ноги. Вначале. Я просто бы фармил бомбы, пока их не стало бы 99. Делаю для этого... Абсолютно ничего. Так вам такой расклад? Нравится? Господи Иисусе. Это мне еще пригодится. Мистер Сквизи. Nice and easy, мистер Сквизи. Ауч. Так, заметка на будущее. Перестать. Ау, получать в ёбыч. Не сегодня. Колекс, да? Ну да, бронежопка. Месье бронежопка. Колекс, да? Ага, два. Видимо, кто-то решил, что Сколикса мало в игре, потому что в последнее время я его встречаю постоянно. И не часто, а именно постоянно. Ты такой скучный, Сколикс. Один ствол хорошо, а два просто караул. Один сколикс плохо, а два просто кошмар. Ха-ха! Так, просто чтобы сделка прокнула на следующем уровне. Ну, дайс нужен был бы, но не нужен. У меня денег нет. No. Неплохо. Что, кукипа? Это самая сложная ошибка. Тьфу, сложная ошибка. Ошибка. Сложная ачивка самая, не получать в ёбыч. Меня только что на кнопке наказал босс, и кнопка исчезла. Не могу попасть к сатане. Бывает. Ну, в смысле, как бывает? Не бывает, конечно, часто достаточно, но бывает. Я же говорил, что режим глючный. Говорил.
Никто меня не слушает, как всегда. Ну. Ну, не дурно. А еще, по крайней мере, раньше на кнопке могло заспавниться говно. Ну, то есть, кто-нибудь мог его там оставить. Блин. Какой-нибудь босс. И это заблокирует игру до конца. То есть, тоже не сможешь попасть на следующий уровень никак. Разве что Curse of Maze. Как-то прокинуть себя через вход. Блин, ну что, я виноват, что ли, что я не могу убить их? Игра, ну хватит уже, ну. Так. Бомберы. Оу, тихо. Я не рассчитывал на это дерьмо. Эх, технология. Нет, наверное, брать не буду. Хотя у меня достаточно неплохой файррейт, но... Не хочется мне технологию брать совершенно. Если бы хотя бы ложка была. Но это из разряда размечтался. Ого-го-го. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Ну, ё-моё. Ауч. Ау, это нечестно, господи. Хренов босс, он нечестен. Ау, никогда не был честным и не будет честным. Ну еще в одно жало ничего, но вот в два это просто ужас. В частности, вот эта его атака, я готов за нее просто уконтрапупить его и всю его хренову семью. Дегас. Элджис. А это что у нас? Strength. Сила. Еще монет у меня достаточно, чтобы приролить немножко. А, блин. Не, мне все не надо. Черт, точно, я же все на ключи поменял случайно. Фараон, либо ты заканчиваешь флутить, либо я даю тебе мут на час в этот раз, а потом на 8, если ты не прекратишь. Я понимаю, что тебе весело, но давай как-то без вот этого вот всего. О, смотрите, алчность вышла. Ну-ка. Ну-ка. А вот и регманы подъехали. Ну, теперь они мне ничего не сделают, конечно же. Просто никогда и ни за что.
Так, две смерти, вот это плохо. Для меня. Да ё-моё. Ну. Ну капец теперь. Вау. Блин, я думал, это нижняя заспавнилась тут рядом с ним. Эй. Да ну хватит, ну. Да, игра знает, чем ломать меня полностью. Игра, не ломай меня полностью. Я не хочу, чтобы ты меня ломала. Не ломай меня полностью. Мне бы хп пополнить, блин. Аллилуйя. Фу, ну хотя бы так. О, черт, пополнил хп, блин. Я ж забыл, куда я иду. Я забыл про эту хреновую волну еще. Что она тут вообще есть. Так, я, кажется, попадаю. Пока что все неплохо. Так, босс сдох. Великолепно. Что тут? Ага. Ага, игра, конечно. Да, я мечтаю пойти к этому боссу, имея кирсатай и 0 хп. 10 из 10. Так, а что у меня из кошачьих кусков? По-моему, только голова, да? Так, голова и... Я вроде хвост брал, но не в этом забеге. Но мои забеги в последнее время так похожи один на другой, что я запутываться стал. Сильно. Нет. Нет, Фикус, я точно не читер. Вау. Что-то я какой-то резкий стал. Достаточно быстро сношу. Блин, если бы этот босс хотя бы убивался за секунд 30. Я бы, наверное, ничего не сказал в отношении этой игры, Макмиллана. И вообще всего мода. Но самое унылое — это босс. Потому что 2 минуты. Каждый чертов раз. Кстати, монетки фиксили-фиксили, но, блин, так и не пофиксили. Сейчас балансировать надо было бы до релиза такую вещь. Да хватит килиться, урод. А, пацаны, у нас есть босс, которого надо бить 5 минут к ряду. Вне зависимости от комбо. Точно, давайте добавим ему возможность хилиться. А! Просто потрясающая идея, блин. Кому-то в голову пришла в какой-то момент. Я понимаю, боссы, которые там слабые, или у босса, у которого паттерны интересные. Но нет. Все, что у него есть, это его жирная задница. Во всех смыслах жирная. Во всех смыслах задница. Просто каждый божий раз. Ау. О, черт. О, нет.
Знаю ли я, что такое безумие? Конечно, я знаю, что такое безумие. Я играю в этот моб без читов. Конечно, я знаю нахрен, что такое безумие. Знаю ли я, что такое безумие? Спрашивают они меня. Даже если у меня были бы читы, допустим. Допустим, что я знаю, как ломать этот режим, да, допустим, что он все еще ломается. Просто допустим. Этого босса, тем не менее, нужно все еще бить 20 миллиардов лет. Мидостач, по-моему, уже не прокает на босса совершенно. Хотя на сатану прокнул, может быть, и здесь остался. Может быть, после бага этот, ой, после патча баг опять вернулся. Оу, я. Одна монета. Одна жалкая, вонючая, вшивая, хренова монета. Одна. What?